А сейчас для Лидии Ивановны из Краснодара прозвучит ее любимая мелодия. Нежное, ароматное пюре доширак. Вкус, от которого тепло на душе. Доширак! Вы придумали свой дом? Позвоните «Русско». Строим дом по вашим фантазиям. Бесплатный проект каждому. «Русско». Мы находимся во дворе домика в деревне. У нас в эфире бабушка и ее кефир. Пару слов о кефире. Как всегда, вкусный. Освежает. Да вы сами попробуйте. Настоящий. Бабушкин. Наш кефир приготовлен только из отборного натурального молока по традиционным рецептам. Встретимся в вечернем кефире. Ой, эфире. Кефир – домик в деревне. В наших традициях. Как превратить макароны в полноценное блюдо? Легко. Из сочного мяса, спелых томатов, свежих овощей и зелени мы готовим соус «Галина Бланка». А вам остается лишь добавить его к макаронам. Новые соусы «Галина Бланка» добавь к макаронам, и блюдо готово. Очень вкусно!